Всем привет! Приветствую всех на своем канале. Когда у наших орхидей все хорошо, когда они цветут, все замечательно, они радуют нас своим цветением, мы радуемся и ни о чем не думаем, что может что-то случиться с нашей орхидейкой или нет. Листочки хорошие, тургор замечательный, корни в отличном состоянии. Все хорошо, все замечательно. Но бывают такие ситуации, как внезапно вы купили орхидейку, принесли домой, и она резко сбросила цветоносы, перестает цвести, засыхает, и корни приходят тоже в негодность. Видите, отмирают, их либо пересушили, потом резко намочили, либо они по своей старости приходят в негодность. Конечно же, эту орхидейку надо срочно пересаживать. Вот в этой орхидейке, видите, у основания появляется... вот покажу сейчас. Видите, чернота какая-то и мокнущая. Вот эту орхидейку нужно пересадить. У нее вроде бы все на вид хорошо растущий листочек. Так, неопытным глазом глянуть, корни есть, ствол крепкий, листочек, но нужно в нее, в недры залезть, посмотреть, как она себя чувствует, пересадить, убрать все ненужное. Сегодня этим займемся. Если этого не сделать, то она может зачахнуть, ну, буквально за 2-3 дня. Если это... бактериальная инфекция, либо еще грибок какой-то. Орхидейка может внезапно заболеть, сбрасывать листочки и погибнуть в конце концов. Но мы этого не допустим. Это у меня орхидейка-попугайчик. Она очень красивая, цветонос я срезала, так как она его засушила полностью. И корни, видите, стали сухие и непригодные, а были такие светленькие, засушенные, и она постепенно их засушила, и они загнили. Возьмем поднос и будем доставать эту орхидейку из горшочка. Как мы достаем орхидейку из горшочка? Берем сам горшочек, зажимаем горшочек у основания по кругу. Смотрим, чтобы не выглядывал корень изнутри. У меня здесь выглядывает, но он перегнивший, видите, оторвался. Если зелененький, нужно поправить его и аккуратненько вставить в горшочек. Снимаем бирочку и высыпаем все на поднос. Так как мы прижали горшочек у основания, корни должны выйти легко. Горшочек не подписанный, сорт не обозначен. Но он цвел, я видела, как он цвел. Смотрите, когда я сняла все, обтрусила, грунт очень легко отошел. И здесь внутри есть... торфяной стаканчик. Вот из-за этого торфяного стаканчика все начинается гниение. Его нужно убрать. Посмотрите, я не пересадила вовремя. И видите, пошла гниль. Потому что он очень сильно влажный. А грунт вроде бы у вас сухой. Видите, хороший грунт. А стаканчик очень влажный. Я его не поливала, чтобы он просох, чтобы не капало на камеру. И у меня он не влажный, высох. А в основном начинается гниение с этого места. Аккуратненько, не спеша, выбрать этот торфяной стаканчик и убрать его полностью. Он не нужен для роста орхидей. Это когда выращивают маленькие орхидейки в фласках, деточек, ставят в торфяной стаканчик и регулируют влажность, то есть опрыскивают вокруг. Они не поливают этот стаканчик, чтобы он был мокрый,
И растение хорошо себя чувствует и пускает корешочки. Ну, там же теплица, там нет возможности поливать каждое растение, ходить вокруг него и танцевать с бубном. Там просто включили, опрыскивали, увлажнили воздух и все. А мне нужно добраться вот до этого места, посмотреть, что здесь случилось с моей орхидейкой. Сейчас приступим, будет самое интересное. Ну, прежде чем обрезать у орхидеи что-нибудь, вот, корень или листочек, или сухое что-то, нужно взять перекись водорода или спирт и обработать ваш инструмент. Можно на огне раскалить, но обработать не мешало, чтобы не занести дополнительную инфекцию вашему растению. Сейчас посмотрим, что здесь случилось в нашей орхидейке. Листочек был мокрый, но он подсох. Нужно посмотреть. Аккуратненько, не спеша, все это убираем. Вот этот корешок можно полностью срезать. Он, смотрите, какой белый. Он уже не жизнеспособный. У этой орхидеи есть достаточное количество других корешков. И запах такой, знаете, гнилостный. Поэтому надо было ее раньше пересадить. Но все, не было времени. То уезжала в отпуск, то еще что-то. Вот этот цветоносик я срежу больше. И доберусь до листочка вот этого. Я уже пальцами, так как ногтиком можно зацепить. Ой, а вот это что? Ага, это вот этот листочек. Но он живенький, у него все в порядке. Я боялась, что пойдет гниль. Но гниль не пошла. Ну, мокнущее место было, видите? Сейчас я обрежу вот эти ненужные корни. Покажу, какой корень я буду обрезать. Обработаем перекисью водорода. И посадим нашу орхидейку. Вот этот черный корень. Он мне очень не нравится. Видите, у основания чернота. И сам пошел черный. На нем может развиться грибок. Я его срежу у основания. И вот этот я срезала. Видите, он полностью черный, сухой. Но на конце зелененькие были. Но здесь много корней, поэтому я срезала. Это поврежденный. Видно, палочку когда ставили, воткнули, повредили корешок. Вот этот корешок я срежу. Видите, какой он? Вот я его срезала. Сухой и безжизненный. Он не нужный. Вот от основного корня идет сухой кусочек. Я его тоже срежу. Так как в процессе, оно, в посадке, оно будет загнивать дальше. И... ну, будет гнилостная. Хорошие корни с плохими, а мне это не нужно. Этот комочек прижился. Посмотрим. О. Ну все, вроде бы все у нее нормально. Я боялась увидеть хуже. Ну, корни у нее в хорошем состоянии, смотрите. Плохие корни я срезала. А эти корни даже достаточно жизнеспособны. Вот этот я еще срежу. А посмотрите, он мне абсолютно не нравится. Он здесь загнил, а здесь черный. И не в активном росте. Я его срежу.
вот этот пенечек от цветоноса срежу. Конечно, было бы хорошо вот это все зачистить, но на камеру это будет очень долго. Вот это зачищение, вот это. И сейчас я свою орхидейку сажать не буду, так как я много посрезала кое-что. Ну, не хочу, чтобы грибок поймать. Я беру другое. Беру перекись водорода и полностью обработаю все срезы. Не бойтесь повредить своей орхидейке, ничего с ней не будет. Все корешочки, все. Обработаю перекисью водорода. А сажать будем в следующем видео. А сейчас оставлю ее в таком состоянии, чтобы она напиталась перекисью водорода. Вот такое удивительное растение сегодня у нас было на канале. Тут еще срежу. Вот видите, сухой. Если его не срезать, ну, он не будет мешать, конечно. Ну, а если срезать, то будет рост другого корешочка. Пустит, начнет пускать другой корешочек. Силы будет больше. Зачищать тоже будем в следующем видео. А пока с ней делать ничего не будем. Мы обработали ее перекисью водорода. Ставим в этот же горшочек, где она росла. И оставляю ее на сутки. Через сутки посажу, расскажу, чем буду стимулировать, в какой грунт посадочка будет производиться. Все расскажу и покажу. Ждем, пусть она подсохнет. Спасибо всем за внимание. Ждем новых видео. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго!